Свободных квартир в первом доме Димитровских горок нет. Настолько горожанам понравились современные решения застройщика. Автостоянка подземная, попасть в нее можно, не выходя из дома. Теплоотражающее покрытие на окнах, горизонтальная разводка отопления. С ней рассчитывать расход тепла жильцы будут поквартирно. Специалисты креативно подошли к дизайну холлов и общих коридоров, а входные группы подъездов оснастили светопрозрачными конструкциями. Разработчики Димитровских горок постарались сделать эффективным дом и снаружи. На фасадах есть специальные карманы для кондиционеров, а крыши многоэтажки от жилищной инициативы, в отличие от других застройщиков, можно использовать для отдыха. Суммировав плюсы объекта, барнаулец Дмитрий Мавлютов покупает в Димитровских горках новую недвижимость. Когда приобретал квартиру, все понравилось. Застройщик надежный, жизнь в микрорайоне комфортная. Поэтому, узнав, что вот сейчас начинается продажа на Димитровских горках 2, решили приобрести коммерческую недвижимость. Он подчеркнул, что в свое время выбрал жилищную инициативу из-за инфраструктуры. Детский сад, школа, гараж – все в шаговой доступности. Присоединяйтесь к живущим с комфортом и вы. С предложением застройщика можно ознакомиться в офисе компании на улице Крупской, 86.